И здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Даниил, и сегодня посмотрим игрушку Big West. Это такой хоррор у нас инди. Такой очень инди. Потому что она очень кривая. Очень-очень кривая. Я уже третий раз пытаюсь записать. Последний раз был более-менее удачный, но там я застрял, короче, и все. И что ты с игрой не сделаешь, как бы. И мне даже, когда ты играешь, ты не можешь меню вызвать, поэтому это очень печально. Но такая годненькая игрушка, я вам скажу. Вот, поэтому давайте смотреть. Так, русский язык вроде я включил, но бывает отключается, поэтому сейчас посмотрим. В общем, какой-то парень приехал в дом, который принадлежал его бабушке. Ну и там начинает происходить всякая санина. Путь был долгий. Надо посмотреться, может быть, место, где прилечь. Вы, наверное, это очень плохо слышите или не слышите совсем, но озвучка есть тут. Можно позовить? Нельзя, записочка прикреплена, но почти... Господи, мать твою, а! И чё, да? Блин, суки, звонят, короче, трубки бросают. Хулиганью какой-то растет, меня, не знаю. Так, что у нас тут? Так, тут... А что это такое? Картина тут классная, кстати, висят. Ну-ка, давай посмотрим. Парень с артом. Да Иван Царевич на волке с этой, принцессой, или как ее там звали-то. Это и хер знает, что такое, но тоже красиво. Там тоже дальше прикольная картина, сейчас мы посмотрим. Так, мышка, почему я не могу? В смысле? Странно, не могу повернуться. Могу сделать так и вот так. Ладно, давайте так посмотрим. Боком походим. Мария Магдалена. Иван Грозный убивает своего сына. Ты что, я неплохо в искусстве. Открывай. Что-то как-то у вас тут такое, что-то. Кораблик стоит. Мне странно, что я не могу повернуть мышку вот так вот. Шкаф. Господи. Открой. Это гитара или виолончель, я не понял. Это гитара, наверное. Ну ладно. Так, что у нас тут? Думаю, этот диван в самый раз. Думаю, этот диван в самый раз. Я такой, бля, скрипучий капец, как моя кровать-то. А мой внучок. Я пришла. А, ты пришел. Подожди. Ты пришел, сука. Внучара. Что это было? Бабуля, какого? Это паркет такой, смотри. Прям как советский такой, знаешь. Да, хорош. Я могу... О, а теперь могу свободно поворачивать. Смотри, это какой-то был ограничитель, видимо. Надо было завести будильник перед сном, говорит нам герой. И нахер тебе будильник. Ты куда-то спешишь, что ли? Вот это что, это ключ или... Нет, это увеличительное стекло. Открывай. Ёб твою мать, что с домом-то стало? Грязь, блин, какие-то стены, смотри, какие-то... Ах. Вообще, короче, слышь? И свет горел. Что такое? И ваза другая стояла, по-моему. Какого хера? Бумаги раскидали. Хулигани. Бомжи, наверное, какие-то забрались, короче, тут... Наверное, искали что-нибудь драгоценное, но в комнату, видимо, услышали, что я храплю, не стали заходить. Хотя могли бы меня убить там, снять с меня часы. Сквозняк, сквозняк. Здесь ничего не поменялось. Вроде как. Пойдем, что там дверька открылась. Показалось. Ну а чё просто сквозняк просто, ну видишь, даже это он мотыляется, люстра. То есть сквозняк гуляет, короче, раз дверь открыл, ну приоткрылась, потом бах так захлопнул, знаете, когда он дует, потом он ходит, он бах так захлопывается. В общем, жуть, жутчайшая. Чё происходит? Бабуля, какого ху... Чё происходит? Ничего вроде. Все хорошо. Коробки, книжки какие-то, все дела. Так, а здесь, подожди, вот этой двери, кстати, не было. Какого хера?
Ну-ка, в этом свет горит, смотри. А там не горит. Не работает. Ладно. В смысле? Там какая-то какуля в унитазе лежит. Что-то мне это не нравится. Ну ладно. Ёб твою мать, это чё? А это вода капает. Чё, ёб, это голова. Отлично, дверь захлопнулась. В смысле, повезло? Ты чё, дурак, что ли? А тут чё? Ничего вроде. Твою мать. Ёб твою мать, чё? Бабуля, ты чё тут? Томаты крутила, что ли? Я не понял. Что столько красного всего? Бабуля, что за приколы? Это ж не настоящая голова, правда? Ёб твою мать. В смысле? Эй! Не-не-не-не-не-не-не-не-не, пожалуйста. Не надо. Угомонись. Бабуля, у тебя маразм. Я что... Кто мой это? На бабулю это не похоже. Это какой-то, наверное, внучка. У меня есть сестра. Что за херня? Эй! Что-то... Да... О. Что-то мне это не нравится. В смысле? Ёб твою мать. Не-не-не-не-не. Что за херня? Что за... Что ты ржешь? Ух, ёб твою мать. Ауч! Бабуля, ты чё? Или ты не бабуля? Смотри, и закрылась. Сказал бы сразу, в туалет хочешь. Блин, а чё сразу бить-то? Суровая бабуля у меня, да, такая боевая прям. Ух, твою мать. Да. Что? А, все, я понял. Вот я понимаю, блин. Сон приснился. Прям во сне, наверное, обосрался. Блять, не сон был. Какого хера? Что это отражение? Как вы там в Интерстелларе, короче. Открывайте двери, мне хочу что-нибудь сделать. Не пускают черти. Ладно. Ну, картинки хоть не украли. Правда, бомжи пришли, могли бы картины снять. Нормальные картины везет. На бутылку бы поменяли, все хорошо было бы. Не тут надо было стены разрисовать. Вот это. Ой, наверное, Росомаха тут тренировался. Что за херня? Не работает. Ведь темно еще так, слушай. Ну, здесь ничего нету, как бы. Ни бумаги какие-то валяются, не знаю. Они даже что-то написано, но прочитать их нельзя. Блин, и выйти нельзя. Кто-то меня запер. Бомжи, наверное, дверь приэтовали. Приперли. Ну, подперли, точнее. Ваза валяется. Какого хера? Бабуль. Что происходит? Бабуль, ну. Ладно, пойдем поспим, короче, не знаю. Ёб твою мать. Эй, не смешно. Да выходи, а то худо будет. Походу сейчас нет. Ёб твою мать. Давай-ка не надо, короче. А вот и будильник. Ёб твою мать. Слышь, что такое?
Эй! Круто. Я, короче, в прошлый раз, когда я стоял у шкафа, короче, и после включения Z я оказался в шкафу и не смог из него выбраться. Прям как Гудини какой-то. Только неудачливый. Все раскидали, слышь? Бабуля, ну ты че, мне потом убираться? Сама будешь убирать все. Да открой дверь. Сама закрывающиеся двери эти ваши. Бабуля, что за приколы, слышь? Акстись, старая. Ты что творишь? Ой-ой-ой. А, вот так вот, да? Ладно, сейчас кирпичи соберу только. Точнее, стряхну. Фух, ну пойдем. А. Ёб твою мать. Чё ты ржешь, блядь? Это, блядь, страшно. Я думал, она пропадет, короче, она передо мной появилась. Нихера себе, вот это вы умеете пугать. Не, у ребят, слушай, талант прям. Пусть это скримеры обычные, но, блин, это так... Как бы, знаешь, уже, знаешь, ну, много в хоррорах играешь, когда привыкаешь постепенно к этому всему. То есть уже, когда что-то появляется, ты... Давай сюда пойду. Ты, бабуля, сейчас скажет, ты чё, блядь? Я не хотел. Бля, прикинь, сейчас, короче... А, может, она мне показала, а там, короче, меня бы убило. Можно я пойду? Стоп, пропал. Бля, он будет в другую сторону идти. Что такое? Откуда свет? Или это я? Нет, не я. Твою мать. Ой, ёлка, Новый год же. Jingle bells, jingle bells, jingles on the way. Тю-тю. Ой, Илья Муромец, да? На распутье. Налево пойдешь, пизды получишь. Направо пойдешь, пизды получишь. Прям пойдешь. О, Гугл, смотри, висит. Я Гугля знаю. Ёб твою мать, дай, блядь. Сука, чё ты ржёшь, блядь? Бабка старая, охерела вообще уже. Ладно. Пойдем дальше, все хорошо. Все хорошо, все нормально. Молодцы, да. Только хотел на Гугле посмотреть. Ой, это тайная вечеря, вот это вот. Гоголь. Гоголь, да. Бурлаки на Волге. Так, смотри-ка. Прям экскурс в российское искусство. Ну и не только российское, вообще в искусство. Почему кухня на втором этаже? Ага, я понял. Туда не хочу идти. Походу бабуля, короче, злится, что я им пошел не туда, куда она хотела. Закрыто. Ладно. Ну ладно, пойдем. Иди нахер. Не хочу. Не-не-не-не-не-не. Давай. О, мы сюда еще не ходили. Ну ладно, пойдем. Сейчас я пойду туда, короче, как со спины мне. Смотри, 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 смотри. Я готов, я готов, я готов. А? Смотри, нет. Вот сейчас давай. Бля, сейчас повернусь она там, смотри. Нет. Ну, сейчас будет что-нибудь. Ну, должно быть, давай. Давай, убей меня. Ой, я наркоман, походу. Ну, тут, короче, видно, так вижу какое-то лицо. Типа вот рот, короче. Это вот нос. И вот тут, типа, глаза. Такой. Буля, открывай. Ладно, я пошутил, не надо. О, дверь открылась. Чё там темно, я не хочу идти. Можно я уйду? Пожалуйста. Бля, нельзя. А чё тут? Ну, бабуля, ну ты, короче, вообще не очень.
Я тебя, конечно, люблю, но ты ебанутый на всю голову. Ты еще дверь захлопнул, смотри. Не? Блять, она появится. Бабуля. Блять, телек. Ты любила телек посмотрел? Ну, конечно, любила. Кармелита там все дела. Это вот сериальчики по России. По-любому же. Бабуля. Чё ты стоишь там, слышь? Не хочу, я к тебе не буду подходить, иди нахер. Походу надо. Бабуля, ну ты чё? Не пугай меня так. Может, ты исчезнешь? Нет. Бля. И чё ты стала-то, слышь? Чай бы налила, я не знаю. Внук приехал, ты... Короче, вообще ты какая-то бабуля совсем плохая стала. Давай доктора позовем. Походу, доктор не поможет. Ладно, я пойду. Эй! Ладно. Это было ожидаемо. О, телек. Бабуль, антенна не работает. Че ты бегаешь там? Ну, блядь, ладно, пойдем. Не, там темно, не хочу. Включи антенну, посмотрю этот, пусть говорят там. Интересно. Малахов там рассказывает всякие штуки. Давай. Или там жди меня тоже хорошее. Поле чудес с Якубовичем, давай, ну. Нет, не хочет. Ну ладно. Боюсь, я. Блять. В смысле? Я ходить не могу. А не могу. Бля, не могу. Что такое? Я застрял. Я не могу обратно идти. Бабушка? Тебя же нет. Как такое возможно? Бабуля открывает дверь. Что происходит? Бля, застрял. Бля, опять что ли? Серьезно? А, не, нормально. Дверь. В смысле? Бля, не вижу ни хера вообще. Бабуля, какого? Это. Окей. Комната перевернулась. Или просто. А, столы и стулья просто на потолке стоят. Ну, ничего необычного. У нас после пьянок так же. Ёб твою мать. Ты чё, слышь? Охереть. Бабуля, ну ты хорош приколоться-то. О, не-не-не-не-не. Ёб твою мать, что такое? Окей. В смысле? Куда шум? Ну что-то я очкую. Бабуля, ты из телека говоришь? Бабуля. По телеку не показывают ничего. Че ты ноешь? Пойдем туда, короче. Слушай, на удивление, хоть и кривой, но довольно годный хоррор. Вот так как отцена пошла. Тихо. Приготовились. Эй, бабушка. Или она ходит или хочет, чтобы я сюда зашел? Или нет? Здесь темно. А, фух.
Но походу хотел, чтобы... Или не хотел. Почему она в другую сторону показывала? Странности происходят какие-то в игре, я вам скажу. Ну да ладно. Фух. Кирпичи стряхнули. Пойдем дальше. Опять карты. Повторяешься, повторяешься, бабуля. Это, наверное, любимая у тебя. Не скажу, что мне нравится прям так, но... Ничего так. А здесь что? Ух, ёб твою мать. Бабуля, а ты чё? Смотрю, картины все интереснее и интереснее. Так, ладно, сейчас, секунду. Так, продолжим. Чуть меня отвлекли тут. Так. Фух, ладно, пойдем. Картины тут как клёвые висят, одна, я помню. О, это Алёнушка. Когда не братец козлом оказался. Так, это что такое? Очень мило, да. Бабуль, ну ты... Здесь мутно такое, слушай, я прям... Опять тайная вечеря. Не работает. По-моему, игра тише стала, я не пойму. Или мне что-то тихо стало. Опять Илья Муромец. Опа. Ключ. Не берется. Ладно, пойдем. Ну, тихо-тихо, он же как сорёт, блин. Какого хера, бабуля, ты чё? А, окей. Олень. Привет, олень. Бабуля? Так, это что за ПТ началось, слышь? Приемник заработал. Ключ возьми. Ладненько, пойдем. Ладушки. У олень пропал. Олень, ты куда ушел? Ух, ёб твою мать, блять. Сударыня. Как я испугался. Не, мы и дойдем, мы пройдем этот хоррор, походу. Прям зарад сейчас. Это... Годно, годно прям. Криво, но годно. Херить, что там происходит? Ты что, бабуль, ты что, телек смотришь? Потише сделай, что-то шумно. Слишком. Возьми ключ. Хотя, может, он не нужен. Ой, господи Иисусе, а. Как же я испугал, блин, я ж до сих пор... Такие мурашки такие... Прям до сих пор на ногах. Опять, да? Ну да. Ладно, пойдем. Картины меняются. О, олень! Ты вернулся, дружище. Как ты? Хорошо все? А у меня нет. Блин, он мне подмигнул. Я уже там крышей поеду скоро. Вся обоина поменялась на компе, короче. И мне аж это... Так, давай тихо там. Бабуля, открывай. Не открывает. Что с приемником? Океан 202. Серьезно. Бабуля, бабуля, что же ты делаешь? Пойдем дальше. Чё? Ой, сейчас, 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 сейчас. Ой, давай не надо. По-братски. Фух, спасибо. Ух, да иди... Тебя с... Гребаные скримеры, а? Вот они серьезно, они так неожиданно... Блин, молодцы, ребят, слушай. Им бы что-нибудь серьезненькое сделать, вот как вот... Кто там?
Никого нет дома. Бабуля спит. Иди нахер, короче. Блять. Собаки два раза подряд. Это же как так вообще додуматься можно было? Фух. Ну, пойдем. Ой, что-то как-то... Что-то дверь какая-то не очень стала. Опаньки. Понятно. Не-не-не-не, пожалуйста. Нет. Ух, ёлки-булки. Бабуль, ты чё? Фаер-шоу решил устроить? Бабуля. Ты чё, концерта Рамштайн насмотрелась? Давай, короче, не надо. Вот это было уже не страшно. Фаер-шоу понравилось, молодец. Бабуля, ты прям вообще 5 баллов тебе. Мировая бабка у меня. Криповая, но мировая. Так, фух, ну пойдем дальше. Не открывай, бабка. Бабуля, ну ты вообще, короче, даешь прям. Да мурашки аж бегут по коже, ты вообще прям. О, он пропала, черненькая. Эй! Бабуль, ты что делал? Чернила расписывала, что ли? И помидоры крутила, смотрю. Что там? Эй! О, ну не надо. Бабуль! Ну серьезно. Фу, спасибо. Тишина такая, блин. Фух. Пойдем. Ну, ребята молодцы, просто уже мне прям. Давай еще раз. Опять Иван Грозный. О, олень, ты вернулся, господи. Ты уже и горел, блин, и пропадал. Ну, ты все еще со мной. Спасибо тебе, друг. Ну, я пойду. Может, что-то сделать, она просто не понял. Как в ПТ там как-нибудь чуть-чуть послушать там что-то сделать. Пнуть кого-нибудь. Хохоток, чтобы услышать, там в микрофон что-нибудь поговорить. Не, он что-то меняется, видишь, по-другому такого не было, допустим. Такое было. Но это уже не так страшно было. Главное, не повторяй, бабуль. Не надо. Так, что-то нагнетать начало. Там мат везде разбрызгал. Бабуля, ну ты че, блин, ну... Полы хотя бы помыла бы. Внук приехал, а ты, блин, устраиваешь. Херобору какую-то. Бля, мурашки-то бегут. Ай, опа. О, дошли до куда-то. Ёлки-булки. Бесконечный коридор. Шаблонно. Но может что-то... Почему темнеет? Не, он не бесконечный. Не, вроде не бесконечный. Или бесконечный, не пойму. Блин, не приближаюсь или нет что-то? По-моему, приближаюсь. Бабуль, у тебя большой дом. Я тебе говорил уже об этом. Ты прям вообще, короче... нет, сейчас что-то впереди будет. Пожалуйста, нет, 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 нет. Фух. Это просто комната. Садись. Ну.
могу двигаться. Что-то проявляется, что-то. Входите. Это только начало. Спасибо за... В смысле? Эй! А, это может типа демка? Слушай, я что-то не знаю. Я думал, это полная игра. А типа бета, наверное, не все еще недоступно. Блин, ну это... Вот серьезно, прям вот... Даже горжусь ребятами, если это наши ребята. Ну, по-моему, это наши ребята. Прям... Мне понравилось, было страшно, реально. Не как вот в прошлых играх, ну, там чуть-чуть побоялись и все. А тут прям кирпичи отложили знатно. Хоть это были и скримеры, да, стандартники такие. Но хорошо поставлены. Это хорошо. Тебя там бы отладить процесс, выйти бы в релиз и вообще будет по-моему, шикарно. Я надеюсь, что-нибудь посерьезнее сделают. И у них, думаю, получилось бы что-нибудь хорошее. Вот, такой был хоррор. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Twitch. Все ссылочки будут в описании к видео. А на этом все, с вами был Даниил, всего хорошего и всем пока.